заявлено, и через один месяц, то есть за два месяца до увольнения, до уведомления, мы будем проводить уже адресную работу с работниками. То есть мы сейчас изучили весь профессиональный коллекционный состав, посмотрели, сколько пенсионеров, предпенсионеров, именно какие профессии ТР и рабочих в случае освобождения будет требоваться, потому что освобождение заявлено. Сейчас правительство делает все для того, чтобы сохранить производство.